Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Ван Супер. Мы продолжаем играть на сборке Майнкрафта 1.6.2 с наилучшими модами. Так, ладно. Сегодня вы увидите место блока земли. Вот что, это же алмаз, да, это алмаз. Вам не показалось, это не алмаз. Ой, а, то есть это не грязь. Ладно, приступим. Я его добыл в своей собственной шахте. Копал-копал, вдруг наткнулся на алмазы. Потом дальше прокопал, увидел карьер. Я зашел в этот карьер и вдруг увидел шахту заброшенную. Ну, я как бы не стал туда заходить, там бегать. И без съемок не хотел просто идти. Вот и все. А сейчас мы будем заливать вот эту вот фигню. Думаю, не здесь будем строить портал в сумеречный лес. А, хотя... Ну давайте все-таки здесь. Нет, лучше в доме построить, потому что могут опять эти монстры там. Ну, хардкорный мод. Могут сломать портал. А портал как бы дорого стоит. Ну, впрочем, сейчас будем делать. Так, ладно. Такс. Что у нас тут. Что нам понадобится? А понадобится нам ведро. Правильно, ведро. Так. Вот оно у нас ведро. Нам надо быстренько сбегать до водички, которая же находится у нас внизу. А, кстати, что же я мучаюсь? Я специально построил такой бортик. Тут бежишь. И нажимаешь Ctrl и прыжок. И смотрите, как я падаю. Плюх. Мы упали за воду. Ладно, все, я взял воду. Но нам одно будет мало воды. Так что надо было мне еще взять пару ведер. Ну ладно. А тут же есть, по-моему, неподалеку вода. Так. Теперь мне понадобится топор. Я же все-таки, по-моему, тут, да, решил строить. Ладно. Как бы тут у нас второй портал такой будет. Красиво будет, в общем-то. Так. Надеюсь, что то, что у нас все получится. Так, теперь мне не помешает лопата. А, кстати, нет, у меня ее нету. Так, здесь у нас тоже ее нету. А вот она, лопата. Меч пускай будет у нас присутствовать. Так. И пробуем это все расчистить. Так. Теперь рубим. Нет. Еще туда проскопать надо. И теперь надо раскопать вот здесь. Эх, жалко, что придется нам сносить вот это вот дерево. Так, так. Вот и все. Так, теперь мы должны... Должны сделать небольшую ямку, как бы вот здесь вот как-нибудь вот так. Чтобы было удобнее прыгать нам. Можно было, конечно, еще раз сесть, но пускай так и будет. Или все-таки расчистить. Давайте лучше расчистим. Лишняя ширина нам не помешает. Все равно красиво все будет. Можно даже не переживать. Так. Я это дело ускорять тогда не буду, потому что неохота мне ускорять. Да и, впрочем, серия будет опять ни о чем так же. Ладно. Делаем тут доски. Подбираем это все. Теперь тут надо землицу. Русскую положить. Это снова опять же все снимаем. Так. И ложим землицу. Заливаем это водой. Стоп. Тут не так должно быть. Вот так. Не, лучше вот здесь вот стенку построить, потому что
Так будет лучше. Во. Все. Сейчас у меня нету цветков. Они сейчас лежат в сундуках. Давайте поспим. Так, что тут у нас по времени осталось? Блин, я думаю, что меня хорошо слышно, потому что я сейчас нахожусь очень далеко от микрофона. И все, говорю и утихаю. Так, это убрать. Что еще можно убрать? А вот у нас есть ведро воды. Ура! И цветочки тоже. Надо красный еще взять. Лишь бы все получилось. Потому что может опять так же не получиться. Ставим сюда, сюда, сюда и сюда. Теперь красный, красный, красный. Ага. Надо еще пару красных взять. Так. Во, как раз. Опа! Тыч. Так, а что не ставится? Че она не ставится-то? Эй, что это за земля такая? Серьезно, что не ставится? Ладно. Кидаем алмаз. И... И что? Ничего не произошло. Может, тут что-то мешает? Вот это, например. Странно. Почему у нас не действует? Может, туда земли надо добавить? А может, я что-то неправильно делаю? Ну же. У нас что-то не получается. Что-то я неправильно делаю. А может, грибок? Грибочек нужен? Так. Вот один грибочек. Так, надо, кстати, второй сундук поставить. Так, один алмаз, меч, лопата, топор. Так, где тут один гриб? Где-то еще гриб был. Где-то у нас тут еще гриб был. Так. Это всего лишь один гриб у меня был. Вы шутите? Я вам говорю, вы шутите? А, да я же даже гриб не могу. А, нет, могу. А ну-ка, там могу. Да, могу гриб поставить. И, пожалуйста. Ну. А, тут, может, надо было. И. Ну, ты давай, доработай портал. Портал, давай. Тут он вообще стоит. Ну да, стоит. Вот, сумеречный лес. А почему тут-то исчезло опять? Ой, нам сюда не надо. Ура! Сработало! Ю-ху! Наконец-то! Так. Надо пойти туда. Пойти сразу. Download terrain! Новое достижение! Ура! Мы в сумеречном лесу. Чанки прогружаются. Почти. Я еще не в игре. Я не в игре. Ой, я уже загрузился. А, я падаю. Что со мной? Вы посмотрите! Мы появились рядом с данжем. Так, надо пометить сразу. Новый поинтс. Ой. Напишем портал. Ой, портал написал. Портал. Вы посмотрите. Пошлите сразу в данж. У нас еще есть 8 минут, так что пускай серия посвятится этому. То, что мы пойдем в данж. А, кстати, я еще нашел ведьмин домик, который рядом со мной находится. Я вообще не знал, что тут у меня есть ведьмин домик. Мы как раз это потом сходим. Ну там ведьмы-то самой нету. О, я знаю, что там. Там, короче, книжки летающие. Да вообще там круто. Я на стримкрафте там был.
Так, пойдем посмотрим, что тут. Я как бы не знаком с этим модом Twilight Forest. И не знаю, что тут вообще находится. Это что? Может, там ниже спуститься? Елочка какая-то, картина. О, книжные полки. Нам они нужны. Так что берем, берем. Так. На самом деле тут темно очень. И я потом продолжу тут на этом съемку. Продолжу, продолжу. И потом мы наверняка будем заниматься Industrial Craft'ом вторым. Потому что надо как-нибудь распахивать там все равно. И еще я за кадром построю как бы более как сказать, ну, то бишь, это, чтобы был шире дом, все такие дела. Что там такое? А, мне нету кирки. Ладно, ладно, ладно. Почему я упал? Сундук. Алмаз. Магма. Газовая слеза. Кактус. Что-то такое. Зелье регенерации и скорости. Офигеть, офигеть. Просто, ну, офигеть. Так. А, так у нас на псю... На... Блин, у нас на мирном стояло. Я думаю, почему у нас монстры не спавнятся? Оказывается, у нас на мирном стояло. Ладно. Вот. Паучки начали спавниться. Вы же меня простите. Ой, это кто? Это скелетоны. Надо их мочить, мочить. О, нам ничего не выпало. Так, собака, замолчать. Это как бы ролик войдет в историю. Так, тут ничего хорошего. Нам надо как бы не как-нибудь выше и выше подниматься. Вот, опять книжка полка. Ладно, мы туда не проберемся. Все равно. Так что придется телепортироваться обратно к кварталу. О, кабан. И посмотреть, что тут еще есть. О, вы посмотрите, тут два данша! В одном месте почти. Охренеть, просто охренеть. О, жесть. Так. Птички, 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 перышки нужны, перышки. Ну-ка, может там еще что-нибудь есть? О, тролли. Я хочу одного тролля убить. Тролль, иди сюда. Эй, А, я же могу срубить, по-моему, это дерево. Ну. Грибное растение. Да, я срубил! А, меня мочат. Помогите! Лошадка, уйди отсюда. Они, посмотрите, какое там месиво. Они друг друга мочат. Я попытаюсь как-нибудь спуститься к ним. Уйди, уйди, Огр. Уйди, 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 уйди. О, алмаз. Вон еще один. Вон еще один. Эй, где мои вещи? Где мои вещи? Черт возьми! О. Ну что, пузатый, ты где? Вон он. Ну все, пузатый, тебе конец. Получи, получи. На-на-на. Уйди отсюда, уйди. Алмаз, 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 алмаз. О, круто-то как. Ты уйди отсюда. Ты тут не в тему. Так. Кабан, кабан, кабан. С тебя мясо падает. О. Тут мы наживемся хорошо. На кабанчиках-то. Ладно, думаю, на этом стоит закончить. Так что... придется с вами прощаться. Итак, если же вы только зашли, вы можете подписаться на канал, поставить лайк, позвать друзей. А с вами был Волк Супер. Всем удачи, всем пока. Ставьте лайк за новое интро.
Все, всем пока.